Привет, с вами Вилсаком. Сегодня поговорим о дроп-тесте iPhone 4s, насколько он стал лучше или хуже в этом качестве по отношению к iPhone 4, хотя сразу могу вас расстроить, хуже он или лучше не стал, потому что используются те же материалы, та же конструкция, но давайте посмотрим. И вначале у нас тролль 80 уровня, который просто грамотно троллит всю очередь, которая ожидает iPhone 4s. Тест iPhone 4s на падение, пойдемте на улицу. Тестируем iPhone 4s на падение. Возможно, это первый iPhone 4s, который будет сломан. Секундочку, мне надо запустить камеру. Ладно, вы готовы? Сначала мы поступим так. Ты должен бросить его экраном. Он хорош. Экраном. Кинуть еще раз? Да, экраном. Экраном? Хорошо, последний раз. А, вот оно! Да, он полностью гандошился. Все полностью разрушен. 3, 2, 1. А это уже другое видео, где ребята сравнивают iPhone 4s и Galaxy S2. Давайте посмотрим, что у них получилось. Сегодня мы проводим тест на падение новенького iPhone 4s и сравниваем его с Samsung Galaxy S2. Мне жаль, я не могу ответить на это. 3, 2, 1. О, это... Очень плохие сколы и повреждения. Лицевая сторона выглядит неплохо. 3, 2, 1. А он громко ударился, но на угол. Давайте посмотрим, как он выглядит. А, выглядит неплохо. С другой стороны, стекло выглядит несколько покоцанным, но неплохо. 3, 2, 1. Ой, не очень хорошо. Лицевая панель выглядит полностью разбитой, и сзади тоже он весь покосанный. 3, 2, 1. Практически нету повреждений, несколько царапин вот здесь, а экран вообще практически без изменений. 3, 2, 1. А, мы не специально, но он приземлился на внутреннюю сторону. О, неплохо, снова выглядит здорово. 3, 2, 1. Звучит не очень хорошо, но... Ой, на самом деле очень неплохо. 3, 2, 1. Чего и следовало ожидать, конструкция iPhone 4s не изменилась по сравнению с iPhone 4. В Galaxy S2 используется Gorilla Glass, поэтому он более ударопрочен, но за все надо платить либо iPhone 4, либо Galaxy S2, который подходит для того, чтобы кидать его в стену. Спасибо, что смотрели видео, подписывайтесь на новые, пока!